Всем привет! Меня зовут Елена, и вы на моем канале «Живу-вяжу в Италии». Девочки, сегодня я вам хочу показать, как я вяжу вот такие повязки. Значит, уже очень много мастер-классов по таким повязкам. Каждый вяжет по-своему, по-своему делают перехлёст, по-своему сшивают, по-своему набирают. Эта повязка связана английской резинкой. И дело в том, что, посмотрев все видео, тоже описание, я вывела свою формулу, скажем так. То есть я вам покажу, как это делаю я. Взяла немножко тоже от всех, по чуть-чуть, ну, как все мы практически делаем, да, берем, как нам удобнее, как нам больше нравится. Вот этот вариант мне очень понравился. И пряжа, из которой я вяжу, в прошлом году, например, на заказ я вязала все из вот этой пряжи, это BBB Full. Вот, из этой пряжи, здесь на 50 грамм идет 90 метров. Вот этот цвет, если кому будет интересно, 99,05. Вот, и как бы вязала я только из вот этой пряжи, и очень хорошо пошли у меня эти повязки. Это 100% меринос, поэтому она очень мягкая такая. Супер вообще. Значит, быстренько, долго не буду зацикливаться, потому что хочу вам показать именно, как я набираю петли, как я делаю перехлёст, как я заканчиваю, как я сшиваю. И кратенько вам просто скажу, что вот на этот тип пряжи, да, на 50 метров 90, на 50 грамм 90 метров, на такую повязку уходит ровно моток 50 грамм. Окружность головы здесь получается 50-54, даже на 56. Это зависит от того, как вы вяжете, какие спицы вы взяли. Например, я вяжу вот в одну нить английской резинкой BBB Full, да, вяжу спицами номер 3. Поэтому, чтобы добиться вот такой ширины повязки, я набираю 21 петлю. Набираю 21 петлю, и поэтому у меня получается вот такой вот лицевая сторона очень красивая. То есть, видите, по краям одинаковый бортик. Ну, с изнанки тоже, в принципе, особо вот здесь не заметно. Вот. Так, это что касается BBB Full и этого метража пряжи. То есть вы можете взять любую пряжу с таким же метражом и в одну нить 21 петля, я вас уверяю, что, в общем, ширина то, что надо. Есть еще вариант пряжи морбидоны, может подойти. Морбидоны там на 100 грамм 180 метров. Тот же самый эффект, те же спицы, номер 3. Ну, 3,25, кто плотно вяжет, в принципе, 3,25 тоже хорошо. Спицы подходят, единственное, что там немножко по-другому надо высоту. Все зависит от вашей плотности. Я вязала 3, номер 3 и 3,25 тоже у меня есть кое-какие повязочки, связанные номером спиц. И, в принципе, они чуть-чуть получаются пошире, но тоже наши головы тоже разные, сами знаете, не у всех одинаково. Вот. Так, сегодня я вам покажу вот такой вариант. То есть это тот же вариант, та же повязка. Единственное, она связана из бобинной пряжи. Это 70% мериноса и 30% ангоры. И если помните, я показывала в одном из моих видео обзор пряжи бобинной, которую я купила здесь стоковую. Вот я взяла эту пряжу, в принципе, очень довольна, мне она очень нравится. И здесь метраж получается на 260 метров в 100 граммах. Я вязала в две нитки вот эту повязку. И здесь я набираю не 21 петлю, как в BBB, а 17 петель. Вот. И немножко здесь другой у меня расчет идет, естественно, по высоте, по рядам и по перехлёсту. Сейчас я вам все покажу. Так, оставайтесь со мной. Сейчас будем вязать вместе. Так, итак, вот я из бобины перемотала все на такие моточки. Одну нить беру изнутри, другую снаружи, чтобы не было два мотка. Мне достаточно одного. Так, спицами я вяжу номер 4. На 2 спицы.
как у нас будет английская резинка, ну, мне так больше нравится. Так, набираю 17 петель, как я говорила, да? 3, 4, 5, 6. Так, набрали 17 петель. Так, смотрите, самое, что здесь вообще вязать очень просто. Единственное, что когда мы набрали петли, первый ряд я всегда вяжу обычным, ну, то есть лицевая, изнаночная. Начинаю так первый ряд вязать. Значит, первую петлю провязываю. Мне потом просто удобно сшивать, понимаете? Поэтому первый ряд очень важен. То есть я провязываю первую петлю лицевой, вторая тоже у меня лицевая идет, все вяжу за переднюю стенку, девочки, беру все петли, потом изнаночная, третья петля изнаночная, потом лицевая, изнаночная, лицевая, то есть вяжем дальше резинкой один на один обычным способом, только единственное за переднюю стенку берем наши петельки. Так, и так до конца ряда. И так, здесь в конце ряда последнюю петлю мы провязываем все время изнаночной. Первый ряд, как я говорила, уже очень у нас важный, поэтому немножко особенный. Поэтому последнюю петлю я провязываю изнаночной, но за заднюю стенку, смотрите, чтобы у нас не было дырки большой. Вот, все, изнаночной провязала. Так. Теперь начинаем вязать английской резинкой. Английской резинкой таким образом. Первую петлю я снимаю, перекидываю, видите, нить перед собой и перед спицей, и изнаночную не провязываю, а просто снимаю вместе с вот этой нитью, которую я накинула тогда. Оп. Лицевую провязываю, как обычно, уже за заднюю стенку. Потом опять перекинула вперед эту нить рабочую нашу перед спицей. И изнаночную я не провязываю, смотрите. Я ее просто сняла вместе с этой нитью. Вот, вот что у нас получается, да? Лицевую опять провязываю обычным способом. И уже автоматически у нас, когда мы, то есть не провязываем изнаночную, а мы ее снимаем вместе с этой вот нитью, да, лицевая, изнаночную, вот. Ну, тут понимаете, все знаете, как вязать, может, не все знаете, в принципе, очень все просто. Лицевая, изнаночная, вот, не провязывая ее, просто снимаем вместе с этой нитью накинутой, да. Так, идем дальше. И вяжем до конца. Смотрите, подошли к последним двум петли, две последние петли. Изнаночную мы снимаем, как я говорила, с нитью сверху. И последнюю петлю мы провязываем все время изнаночной. Тогда у нас будет очень красивый край получаться. Но мы ее провязываем, видите, вот так вот, за переднюю стенку. Так, все, подтянули. Стараемся подтягивать хорошенько края, чтобы он не растягивался, но в принципе он и не растягивается. Так, вот мы провязали два ряда, что у нас получается, ерунда какая-то, да? Ну, не пугайтесь. Значит, определяем таким образом, что лицевая сторона нашей повязки, вот где у нас эта нить, которую мы держим в правой руке. В правой руке у нас кончик пряжи, где мы начинали, да, вот это начало ряда, и у нас здесь лицевая сторона. Потом нам обязательно это надо будет знать, когда мы будем делать перехлёст, это очень важно. Так, ну что, давайте еще провяжу с вами два рядочка, и потом вернемся уже перед перехлёстом. Так, первую снимаю, смотрите, лицевую провязываю
лицевую провязываю. Видите, она здесь с накидом. Вот, это наша бывшая изнаночная, снятая с накидом. Лицевую, здесь она у нас выглядит как лицевая с накидом. Да? Мы провязываем и накид, и петлю вместе. Провязываем лицевой. Так. Перекидываем нить, чтобы вязать изнаночную, но изнаночную мы не провязываем. Снимаем вместе с этой нитью, да. И смотрите, опять у нас вот она лицевая вместе с накидом. Видите, мы ее вместе провязываем лицевой. Вот. Опять изнаночную не провязываем, снимаем вместе с накидом. Лицевую провязываем с накидом вместе. И так далее. Надеюсь, вам все видно. Так, лицевая с накидом вместе лицевой. Изнаночная снимаем с накидом. Лицевая с накидом вместе. Изнаночная не провязана. Лицевая, изнаночная. Лицевая и изнаночная не провязываем. Так, смотрите, здесь у нас лицевая с накидом вместе. И изнаночную мы вот эту последнюю петлю провязываем изнаночной. Все, перевернули. Так, вот это у нас получается изнаночная сторона, потому что нить у нас в левой руке начала нашей работы. Так, и еще провяжем с вами изнаночную сторону, еще изнаночный ряд. Опять же, первую сняли, изнаночную не провязываем с накидом, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть и так идем дальше. Так, смотрите, вот сейчас мы с вами дойдем до сняли вот последняя изнаночная за переднюю стенку, и вот уже что-то начинает вырисовываться. Девочки, вяжем таким образом. Мы вяжем, если из такого же типа пряжи, мы вяжем 30 рядов. То есть это получится 60 рядов, но косичек всего вот таких вот у нас должно быть 30. Вот, смотрите, я вам покажу на готовой уже, да? Вот, то есть мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот я так считаю, 7, 8, 9, 10. И у меня их должно быть 30 до перехлёста. Понятно, да? Считаем, стараемся считать с лицевой стороны, то есть чтобы у нас начало нашей работы, начало нить наша вот эта была справа, и тогда это лицевая сторона. Вяжем сейчас таким образом до перехлёста, то есть, повторюсь, 30 косичек у нас таких должно быть. И встретимся с вами, я покажу, как я делаю перехлёст. Так, вот этот будет у меня уже 30-й ряд. Ой, так, 30-й ряд. Так, последняя изнаночная, и еще изнаночный ряд провязываем. Очень быстро вяжется, еще когда такая пряжа толстая, то за максимум за 3 часа можно связать и сшить повязку. Так, вот мы провязали, у нас 30 косичек, это 60 рядов, кто будет пользоваться счетчиком, ну а кто так будет считать, как я, в добрый час. Так. Вот видите, бортики отлично получаются, здорово. Теперь будем делать перехлёст. Как же мы будем делать перехлёст? Нам надо разделить наше все вот это число 17 петель на две ровные части. Но дело в том, что 17 на 2 не делится,
Значит, что мы делаем? Чтобы сохранить вот этот вот красивый край, нам надо добавить одну петлю, чтобы получить четное количество петель. И чтобы сохранить этот край, добавить ее в нужном месте. То есть я обычно это делаю в первом перехлёсте, во втором перехлёсте добавляю петлю. То есть первые 17 на 2, значит, будет у нас добавочная петля 1, 18. То есть получится 9 петель. Беру и провязываю таким образом. Значит, вяжем, как обычно, резинкой, как мы вязали до этого, да. Значит, первую снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот смотрите, девятая петля. Мы ее, по идее, должны были провязать накидом, не провязать, а переснять. Ну, так как она у нас будет последняя петля, мы ее для перехлеста, значит, мы ее провязываем изнаночной. Провязываем изнаночной. И что делаем? Переворачиваем нашу работу. Вот эти мы оставим. Значит, так, перевернули. Да, перевернули. Первую петлю, то есть снимаем. То есть мы вяжем, как будто как мы вязали до этого всю повязку. Только на половине петель. Снимаем изнаночную с накидом. Лицевая. Все то же самое, английская резинка, как мы вязали до этого, только вяжем на половине петель, то есть на 9 петлях. Так, и таким образом мы провязываем, если вы вяжете из такой же пряжи, как и я, то есть с таким же метражом, тогда вы вяжете 10 косичек, то есть 20 петель. В высоту это получается где-то 6-7 сантиметров. Если вы вяжете из BBB, вот как я вам показывала на коричневой повязке, там я вяжу 15 рядов, 15 косичек, 14. 13, ну вот сами смотрите уже, короче, должно получиться плюс-минус 7 сантиметров высота вот этого вот перехлёста, высота перехлёста, да. Так, сейчас еще провяжу, покажу вам. Угу. Так, вот последняя, изнаночная. Эти у нас висят на этой спице. Вот, смотрите, то есть вяжем 7 сантиметров, 6-7 сантиметров. У меня получается это 10 вот таких вот косичек. Здесь уже у меня есть 2, видите, я их считаю даже вот по изнанке лучше видно. Вот видите, вот это был еще тот ряд, здесь 1, 2 уже у меня провязаны, 2 косички, то есть 4 ряда. И таким образом я вяжу, повторюсь, чтобы у меня было вот таких 10 косичек. Раз, два, еще 8. И встретимся, я покажу, что дальше делать. Итак, вот я провязала моих 10 косичек в высоту, 7 сантиметров. Что делаем дальше? Дальше я, чтобы не обрезать нити, так как я вяжу на круговых спицах, я делаю таким образом. Не переснимаю, опять же, ни на какую булавку, ни на дополнительную нить. Но если вам так будет удобнее, пожалуйста, можете делать как хотите. Но я вам покажу, как делаю я, когда вяжу на круговых спицах. Я переснимаю эти петли, то есть этот перехлёст уже связанный. Переснимаю все на правую нить, на правую спицу, извините. Так. Перенесла. Вот, вот что у нас получается, да? Все. Дальше
освобождаю, то есть, ну, передвигаю подальше, чтобы нам не мешало это, да, перехлёст. Беру ту же нить, которой вязала тут перехлёст. Ну, здесь есть два варианта. Вы можете взять от другого мотка и присоединять уже, чтобы вязать второй перехлёст, но я этого не делаю. Я не обрезаю нитку, вяжу с того же мотка, просто отматываю чуть-чуть, то есть понятно, да, или непонятно. Вот наш перехлёст, который мы пересняли на спицу. Отмеряю чуть-чуть пряжи, ну, чуть-чуть, сантиметров 20 вам будет достаточно, 25. Опять же беру эту нить. И сейчас будем с вами вязать второй перехлёст. Второй перехлёст, мы знаем, что здесь у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель, нам надо 9, чтобы получился, как я говорила, красивый край. Значит, нам надо добрать еще одну петлю. Одну петлю я ее добираю, вот смотрите, вот здесь вот, видите, у нас, если мы возьмем здесь, то он будет очень вытянутый. То есть я откидываю чуть-чуть и нахожу вот эту вот перемычку. Вот она. Вот. Она как бы петелька. Да? Переснимаю ее на спицу левую, одеваю вернее. И из нее у меня получится петля. Провязываю ее лицевой. Подтягиваю и здесь вяжу опять же лицевая, изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная с накидом, вяжу на этих 9 петлях английскую мою резинку, изнаночную последнюю, как всегда, провязываю изнаночной, вернее последнюю петлю, как всегда, провязываю изнаночной, переворачиваю, так, смотрите. И изнаночный ряд вяжем опять же обычной английской резинкой. Сейчас я вам покажу в конце 9-я петля, которая у нас, которую мы добрали. Вот она. Видите, надо первый ряд подтягивать немножко, чтобы она сильно не вытянула. И провязываем ее, как и всегда, в конце работы мы провязываем изнаночной. Подтянули, перевернули. И все. И вяжем как первую половину перехлёста, мы также вяжем 10 наших рядов, то бишь 20 рядов, 10 косичек у нас должно получиться. И потом будем с вами соединять все это. Провязываем там, значит, когда провязали последний 10-й, мы останавливаемся в лицевом ряду и встретимся с вами. Я вам покажу, как мы будем делать перехлёст. Так, понятно, да? То есть, девочки, вяжем столько, и мальчики, такую же высоту, как и этот перехлёст. То есть, продолжаем вязать. Так, вот я провязала такую же высоту, то есть получается 10 косичек. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 косичек. Так, дальше. Что мы делаем дальше? Чтобы не запутаться. Значит, перехлёст делаем вот таким образом. И вот здесь нам надо их соединить. На два перехлёста. Так, помните, да, вот эту ниточку мы не обрезали, она там у нас болтается. Значит, что я делаю? Так, это вот второй перехлёст, что мы делали. Вязали левый. Значит, вяжем. Вяжем лицевой ряд. Так, вяжем. Так,
Так, смотрите, последнюю я не провязываю изнаночной, просто ее пересниму. Дальше, что мы делаем? Вот смотрите, делаем перехлест. Перехлест у нас будет вот таким образом, да, вот он вот сюда. То есть нам надо вот эту вот, этот вот наш правый перехлест, который мы вязали первый, передвинуть его на спицу. Мы его сдвигаем вот так вот на спицу, видите, вот он. То есть раздвигаем нашу работу, наши перехлесты на два конца спиц. И потом вот таким образом делаем перехлест. Раз. Видите, да? То есть мы сдвинули левый перехлест, левую половинку мы сдвинули на конец спиц и на начало спицы. И правую половинку мы передвинули, как будто мы сейчас будем ее вязать. Мы ее действительно будем вязать. И просто вот так вот взяли, хоп, и их перекрестили. Скрестили. Вот, вот так у вас должно получиться. То есть у вас должно получиться, что левая половина ушла вправо, правая ушла влево, под левой, да, вот это наша рабочая нить, вот она. Так, смотрите здесь, чтобы не было перепутать, чтобы не перепутать. То есть у нас наша рабочая нить, которую мы сейчас будем вязать, это с левой половинки. Вот изнаночная, которая последняя, мы ее не провязали. Что мы делаем? Мы ее возвращаем, вернее, переносим на левую спицу, где у нас находится половинка правая. Мы ее сюда возвращаем, потому что нам, по идее, надо убавить эту петлю, которую мы добирали. Нам надо ее убрать, она будет лишняя. То есть нам надо, чтобы на спицах опять оказалось 17 петель. Так, ниточку вперед. И у нас, значит, чтобы соединить эти две половинки, мы берем последнюю петлю с левого перехлеста, который у нас сейчас оказался с правой стороны, и первую петлю правой. То есть просто вот так вот я их провязываю вместе. Первую петлю и последнюю вот так вместе изнаночной. Просто провязываю изнаночной. Все. Дальше вяжу, как и вязала, английской резинкой. Да? Вяжем до конца ряда. Надеюсь, вам там было все понятно в моих маневрах. Так, вот, провязали. Вот видите, что у нас получается? Вот, вот наше скрещивание, наш перехлест. Так, сейчас вяжем изнаночный ряд. Покажу вам, как вязать изнаночный ряд. И мы будем дальше вязать. Опять же, наших 30 косичек, 60 рядов. Так, вяжем изнаночный ряд. Лицевую сняли. Тангурка, пух. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Так. Вот мы дошли до соединения. Видите, где мы две вместе? Она у нас лицевая здесь. То есть оказалось, мы ее просто провязываем лицевой, ничего страшного. Дальше изнаночная с накидом, лицевая, и пойдем дальше таким образом. Так, и вот так. Значит, смотрите, вот что у вас получается, да? Вот все. Теперь у нас опять на спицах 17 петель. И мы вяжем такой же промежуток, то есть опять 30 косичек мы вяжем в высоту. И
встретимся с вами после того, как вы провяжете 30 косичек. Я вам покажу, как будем заканчивать нашу повязочку. Так, вот мне остался последний рядок провязать, чтобы у меня было 30 моих косичек, 60 рядов. Так, последний сейчас провяжу. То есть он получается с лицевой стороны. Так. И будем готовиться к закрытию нашей повязки. Значит, так. Так, вот последняя изнаночная. Так, вот сейчас у нас здесь изнаночная сторона повязки, да? Что мы делаем? Этот ряд изнаночный мы провязываем не английской резинкой, а обычной резинкой. То есть первую снимаем, изнаночная провязывается как изнаночная, лицевая с накидом как лицевая. Вот. И так вяжем обычной резинкой 1 на 1 весь ряд. Для чего нам это нужно? Чтобы потом, когда мы закроем петли, для сшивания мне очень нравится, как получается закрытие. Вот обычно резинкой, последняя изнаночная. Так, все. Теперь будем закрывать. Как я закрываю? Закрывать будем следующим образом. Значит, с лицевой стороны закрываем. Так. Первую петлю я провяжу лицевой. Потом ее верну на левую спицу. И вот смотрите, следующая у нас лицевая петля. Я ее провязываю вместе с этой, которую я пересняла, вернула, две вместе лицевой. Следующая у нас изнаночная. Рабочую нить перебрасываю вперед перед спицей, возвращаю петлю, которую мы провязывали, и теперь две вместе провязываю изнаночной. То есть предыдущую петлю и изнаночную. Дальше. Следующая у нас лицевая. Лицевая, значит, опять же, нить за работой. Петлю, которую мы только что провязали, две вместе изнаночные, я верну на левую спицу. И вот здесь теперь провяжу эту переснятую петлю и лицевую вместе лицевой. Так. Все. Изнаночная, то же самое, нить перед работой, правда, сейчас петлю провязанную возвращаем на левую спицу и провязываем 2 вместе, только теперь изнаночной. Вот, значит, сильно не затягиваем, стараемся связать свободно, ну не настолько там расхлябано. Значит, возвращаем, лицевая вместе, изнаночная перед работой, рабочая нить, 2 вместе изнаночной. Вот последняя у нас изнаночная, мы ее провязываем вместе с той петлей изнаночной. Так, вот что у нас получилось. Убираем спицы. Так, здесь оставляем хвостик. Смотрите, если вы в начале оставили, у вас осталось мало нити, короткая, тогда здесь в конце лучше оставить подлиннее, мы ей будем сшивать. Но если вы в начале сделали достаточно длинное, у вас остался кончик, тогда здесь можно не оставлять очень длинную, мы тогда той будем сшивать. То есть вот так вот я обрезаю все. Блокируем ниточку. Окей. Так, дальше
Вот наша повязка. Вот она у нас такая получилась. Смотрите. Вот такой будет у нас. Вот такая красота. Видите, все ровненько у нас здесь. Так, что это у меня здесь? А, ну да, это не просто собрался пух. В чем преимущество? Вернее, недостаток пряжи, которая с пухом. Так, ну ладно. Так, вот, значит, что делаем дальше? Как мы сшиваем? Значит, я беру лицевая сторона. Здесь у нас изнаночная сторона. То есть сшивать будем по лицевой стороне. Где у нас тут была нить подлиннее? Так, этого нам не хватит, значит, просто поверну, возьмем, которая у нас была нить подлиннее. Вдеваем в иголочку. Вот у меня такая иголочка с тупой кончиком, с тупым. И что мы делаем? Значит, соединяем нашу повязку. Так, это у нас лицевая сторона, то есть изнаночная, здесь лицевая. Вот она нить. Так, смотрите внимательно. Такая система. Так, я ввожу иголку. Вот видите, вот это наша косичка. И вот здесь это вот первая петля, которую мы снимали. Я ввожу в нее вот сюда и вывожу в косички иголку. То есть вот в эту вот боковую я ввожу и вывожу вот прямо в косичке, вот в этой. Так. Дальше протянули. Дальше здесь то же самое, да? Здесь вот в крайнюю вот эту вот петельку, которая у нас была, иголку увожу внутрь и вывожу ее в косичке. Протягиваем. Следующее действие наше. Ввожу вот в эту косичку, из которой мы выводили иглу к изделию, которое ближе к нам. Значит, ввожу сюда и вывожу. Вот видите, здесь у нас такая перемычка, вот изнаночная, где у нас была. То есть ввожу в эту косичку, откуда у нас была выведена нить, и вывожу вот между вот этими перемычками, где была изнаночная. Протягиваю. Так. Сильно не затягивайте, то есть не очень свободно, чтобы было, ну и не слишком сильно. Потом ввожу опять в верхнее полотно, вот в косичку верхнюю, где у нас было, видите, выводилось, теперь сюда ввела. И вывожу иглу вот где была изнаночная. Так, да? Протягиваем. Следующее наше действие. Вводим вот сюда иголочку, где у нас была изнаночная, откуда у нас выходила нить в нижнем полотне. Так, ввели и вот здесь вывели, да? В лицевой, в косичке. Еще раз, в верхнем полотне, вот в изнаночную, куда, откуда выходила нить. Вводим иглу и выводим вот здесь, в косичке. Подтягиваем, сильно не затягиваем. Так, здесь снова в косичку и выводим
Вот в изнаночных. Так. В косичку. В изнаночной. Так, ну вот такая система. Я думаю, все понятно. Если непонятно, может быть, замедлите немножко видео. Вот таким образом. Смотрите еще раз. В изнаночную и из лицевой. Косички выводим. Вводим в лицевую, выводим из изнаночной. И вот так продолжаем. Смотрите, что у нас получается. Вот у нас получается сильно не знаю. Вот такое вот соединение. Лицевую. И здесь. Так, последнее, смотрите, тоже тут внимательно. Кромочную, видите? Так, и здесь опять лицевая, и выводим ее где-то здесь в кромочной, вот так. Так, вот такая красота у нас получилась. Такой шовчик аккуратненький. Здесь мы фиксируем нашу нить. Тут уже кто на что горазд. Смотрите, я завязываю маленький такой узелочек, вот, и потом прячу нить вот в этом шве. Этот шов я его так вот прячу. Можно провести чуть-чуть так вот подальше. Пару стежков верну и обрезаю. Обрезаю не до самого, не под самый корешок, потому что обычно я после стирки уже их конкретно обрезаю. А до стирки оставляю еще такие кончики, чтобы можно было, если вдруг пряжа сядет и получится, что или что-то надо будет подправить, или, ну, мало ли, чтобы видно было, где. Так, где наш был перехлёст? Вот видите, вот, что у нас получилось. Выворачиваем наизнанку. Так. С изнаночной стороны, вот смотрите, вот эта вот ниточка, где у нас мы делали перехлёст и оставляли, то есть брали с одного, с одной стороны переводили в другую. Я ее разрезаю наполовину, где-то в серединке. То же самое, прячу ниточку, то есть иголкой. Кто-то делает крючком, мне удобно иголкой. Вот здесь, где у нас было соединение, я делаю так, просто типа вот маленький такой узелочек, тоже он незаметен, да, и провожу, вывожу на эту вот косичку, и просто в косичке вот здесь я ее прячу. То же самое делаю с этой, со второй нитью. Вот такая повязка у меня получилась. Вяжите с удовольствием. Всего вам хорошего. Пока-пока. Чао!